Всех витаю, дорогие мои друзья. Доброе Ольденбургское утро. Видите, какой он цветет, желтенький. Дождь идет. Ольденбург в этот раз все время дождливый. Ну, говорят, и в Украине дождь идет, и в Праге дождь идет. Тому неудивительно. Слышите вы или нет, как дождь капает, не знаю. Мы уже все проснулись. Я вам снимаю из ванной комнаты Светланки. Видите, растения растут. Вчера Юля и Вова, внуки, подарили мне вот такой шикарный букет. Посмотрите, розочки, гвоздички, герберы, хризантемки. В одном букете все. И любовь, и доброта, и счастье. Вот такой вот букетик. А это, видите, я поставила в тот стакан, что мы нашли. А это сейчас Люда печет панкейки банановые. Людочка с нами уже второй день. Мы такие довольные. Вот, тут еще жарится омлет. Вот и Людочка. Всем привет. Доброе всем утро, да? О, видите, как бомс. И панкейки. Чего такие пышненькие, такие классненькие вообще. Зато очень старалась, уже видно. А что, прижгла руку? Она маленькая, я взяла вот эту железную штуку. Вот это видишь еще что? Светланка делает яичницу с беконом. У нас прям настоящий английский завтрак. Да не говори. Сейчас я покажу, так интересно, они такие, видишь, повздувались, как лампочки здесь. Доброе утро, Светочка, для зрителей. Да. И вот карачай. Светланка готовит, да? Это вот тесто банановое для банановых панкейков. А я вчера оладьи готовила. Ой, эти лампочки лопнули, называется. Вот, девочки стараются, чтобы бабули были сытые. Не похудели вдруг ненароком здесь. Да, уже не дай бог. Да. Мы сейчас потом не узнаем. Да, не говори. Так, пойду покажу сюда, дальше покажу. Так, а тут Света свой зеленый чаек попивает. Или кофе. О, Света, прогресс, прогресс. Я уже воды попила, и перехожу на кофе. Ага. Света попила. И Тамара тоже. Доброе утро, Тамара, зрителям. А, доброе утро. Называется «В ожидании карачая». Да, вот еще. Вот яйца уже пожаренные. Вот еще Света приносит. Это мяско, мяско разных видов. Хлебушек беленький и серенький. Это я. Доброе утро всем. Это что? Это молоко. Милк. А ты с молоком будешь кофе пить? Оксана идет, да? Сейчас вам еще покажу здесь, как дождь идет. Да. Наоборот. Сейчас у нас, как в той песне, да? Погода. Как каждая погода благодать. Дождь и снег в любое время года. Надо благодарно принимать. Гутен морген. Оксана пришла. Ой, Оксана. Мойн, мойн, да. У нас мы должны говорить мойн. Немка пришла. Гутен морген. Да. А, тогда украинка пришла. Да. Кто? Вот как надо отвечать, да? Героям слава. Вот еще проснулся. Он уже к нам давно прибежал. Бабушки при... Они... Света, Тамара и Вова с Оксаной в другом месте ночуют. Мы здесь. О, приятного аппетита. А, Юль, ты где? Идем.
Что тут делаешь? На меня чуть диван идет. На голову. Диван? Да. Она после сну одевается другое. А, просто переодеть. Ты вот этот имеешь в виду? Да. Это матрас. Я, короче, переодевалась, закрывала дверь, потому что ты снимаешь видео. Ага. И на меня этот диван падает уже на голову. Не диван, а матрас. Ну, бабушка Галя на стрёме, Галя. Или как это называется? Не на стрёме, а как называется? На карауле, чтобы вдруг на внучку, чтобы ничего не упало. Все поддержит, да? И бабуля! Я такая, слава, вот тут такой сидит, такой тихий. Да, происшествие, происшествие. О, с утра. А я думала, конфетку я уже взял. Это не конфетка, это игрушка. А, понятно. Ну все, идемте завтракать. Галя, идем. Давай. Что-то не слышно колоколов? Не там. Там же это окно. А. Сильный ливень. Слышите, да? Кирхе, церковь, то есть костел. Колокола бьют. И дождь сильный. Сегодня целый день дождь сильный. Ми ж нас заходили на Блумаркт. Да ти що? Ти успіла, що ти без мене пішла-то? Здравствуйте. Да? Да ти що? З совушками. О, Люда, твоя тема. Юля. Це ви купили? Да. Да ти що? А що таке Фломаркт? Фломаркт – це, як барахолка, розпродажа. А, розпродажа, да? Воно, Юля, зараз буде там. Юля, ну. Света, это ты для Юли купила? Да. И почем? 12 евро. 12 евро? Хорошая цена. Ух ты! Супер! Ух ты! Не сделали. Космонавт прям. Присядь. Зручно? Не данный чапно? О! Две красивые. Ух ты! А еще и поплавать можно, понятно. Да. А ну ты теперь. Я такую ж купила. А ну, показывай. Ага. Лямочка, Вова не... Вон лампа осилию. А, не горит, не горит. Совушки горят. Она. Светится, фигива. Ой, светится, да. На флисику. Ага. И с прорезиненным швом, бачите? Уже прыг и прыгнул. Давай. А, так еще ты кроссовки ей купила? А ну пробуй, где вы. Растебаем, давай ногу всовывай. На спорт? А что у них я есть? Я ничего куплять не буду. Света пошла только посмотреть. Та гріх було не купити такі речі класні. Дивіться, воно все нове. Ну, воно все ношене, але стан супер. Акуратно ношене, да? Ну, смотри, нигде ж нічого. Дивись, Света, ти знаєш його? Так. Ага. Вот смотри, Юля, подойди, я посмотрю, что оно почти как новое. Ну, я думаю, что оно тоже новое, не ношенное. Не, ношенное. Ношенное, да? Ношенное, где там следы нос. Да? Вставай на ножки. А ну, вставай. Артист цирка. О, сейчас тормоза. На физкультуру пойдет? А ну, дивись, лежит. О, бачишь? Четко. Ага. Ну что, Вова, пойдет? Довольный, пойдет. Это как раз, да? Или маловато? Маловато кроссовки? Как раз сейчас же ходить. Супер, супер. Да. А кроссовки почем? 12. Я хочу. А ну, встань там в двух комбезах. Конечно, був такий тоже фіолетовий на мальчика. Ну, чому я не купила? Він був великий, так? Да, мы хотели им family look забабахать. Ага. О! О! Космонавты. Космонавты, да. Летают. Пока-пока!
Пока-пока! За цей комбінезон... Скафандрів не вистачає. За цей комбінезон я заплатила 8 євро. Новий коштує... 8? Або чи 12, від 12 до 15. Ага. Він дуже класний. Це чуть-чуть дорожче, ніж би хотілося. А і дві курточки, так? Да? Так. А курточки по чому ти зробила? Куртку. О, так це комбінезон, якраз прям... Как будто бы для него специально. У нас есть штаны такого колеру. Ага. Да. И почем курточки? Вот эта куртка коштовала 12 евро. А эта куртка 12 евро, а эта? Новая куртка эта коштует 30 евро. А-а-а. Она тут с затяжками, с перетяжками, с такими штучками. Mm. Но она, на мой взгляд, она то жарковата. И через это мы купили тоншу курточку еще. Ага. За 4 євро. Вона чуть-чуть більше пожила життю, ну ми її почистимо. Ага, 4 євро. На чуть-чуть, на ній трохи більше сліди з носа, угу. Але за 4 євро це супер. Так само, в ній є застіжки, пристіжки, снігозаборники, ага. Так застібати, щоб сніг не попадав. А большая ярмарка була? А? Большая була ярмарка? Так, да, достатньо нормально. Да? Ну, ми швидко. Дивіться, ось, наприклад, цієї, бачите, вона, ну, стан супер, а тут трошки почистимо, все буде бути. Коротше, діти на зиму в діти. Ага. Вова вже готовий. Вова вже весь комбінезон. Да, о, а по чому купили світильник? 3 євро. 3 євро? Да. О, взагалі шикарно. Я кажу, Свята, бігом, бери світильник. Ага. 120 гривень, взагалі. Даже менше, 110. 110? По 36. Офіційний. Ну, 120 гривень, это тоже вообще не дорого. А там только детские вещи были, да? А таких не было. И я имею в виду там светильники, чтобы такого не было. А, только для детей. Детячий светильник. Ну да. Молодцы. Все, йому понравилось. Я завжди, коли ж ми жили в Україні, замовляла з цих магазинів. Із Тополіна. Купляла нові. Ну, зрозуміло. Так що діти в діті, супер. Класно. Вовч. Оно, дивіться, який. Комбез. На зиму вже? Шикарно. А ще от куртка зверху. Ще, коли вони велосипедом їздять, то взагалі не будуть мерзнути. Це ж можна вжарити. Під цю? Під цю? Угу. Нема тут морозів, тут плюс 2 максимум. Мінімум. Тут тільки вітер. Видиш, все, новеньке. Вовця, ти вже його обслинив, ти вже признав комбез? Ну, заходиш, так пахне все пахучими речами, все стілене, чисте, класно. Дикая зима написана у него. Да? Все, мальчик, раздевайся. Да, все чистенько ему постирано. Пахнет так хорошо. Е в кінці, то було б вайл. Тому що відкритий склад, оця отака, вайл. А так, диво, читається як і. Якщо от в кінці буква Е читається так, як звучить буква вайл. А якщо... Не хочу роздеватися. Не хочу, говорит. Давай купим. Давай, дягай. Курточку давай померишь. Вот эта курточка тебе не нравится? Володь, смотри. Такая же синяя. С козырьком. Шапочку.